Эфир Первого городского телеканала продолжает программа «Новое утро». Дорогие телезрители, и мы рады приветствовать вас в этот день, 13 января, в среду, в Старый Новый год. И ближайший час вы проведете в нашей компании с Сергеем Гуторовым. И, конечно же, Асель Арыстангалиевой. Дорогие друзья, наши, кстати, коллеги уже успели поздравить вас и с Новым годом, и с Рождеством. Давненько нас, Асель, не было в эфире Первого городского. Кстати, друзья, поздравляем вас сегодня со Старым Новым годом и желаем, чтобы все самое плохое, то, что было в прошлом году, ушло, и осталось только самое лучшее, чтобы 2021 год был удачным и успешным во всех сферах. Сергей, расскажи мне и поделись с нашими телезрителями, что ты все это время делал. Давно у нас не было в студии. Я отдыхал, набирался идей, сил и реализовал другие проекты, которые не связаны с тобой. Честно признаться, конечно же, я очень рада, пусть и со Старым Новым годом, но поздравить и наших телезрителей, и тебя в первую очередь, Сергей, и рада видеть в нашей студии. Ну что ж, уважаемые телезрители, сегодня весь эфир будем поздравлять вас. Будет очень много интересных гостей, конечно же, рубрик, советов, сюжетов, много-много всего интересного. Кстати, уважаемые телезрители, я не знаю, знали ли вы и знал ли ты, Сергей, но оказывается, на Старый Новый год нужно готовить вареники. Знал ли ты? Что ты готовишь? Знаешь, я слышал, но очень-очень далеко. Ну, как бы я по традиции готовлю либо бешбармак, либо гуся, ну, на край рыбу, но... Никак не вареники, по поводу вареников, да, у меня даже никогда не приходило это в голову. Кстати, вот по поводу вареников, не совсем простые вареники готовятся, но об этом более подробно смотрите в следующей подборке. Ох уж и странное название у этого праздника – Старый Новый год. То ли он Новый год, то ли Старый год. Итак, давайте напомним, как же получился такой оксюморон. Итак, все мы помним, что Новый год по указу Петра I стали праздновать 1 января с 1700 года. А встречать Старый Новый год начали ведь с 1918 года, когда Советская Россия перешла с прежнего юлианского на принятый в Европе григорианский календарь. В итоге традиция отмечать Старый Новый год появилась благодаря верующим. Из-за разницы между календарями Рождество и Новый год до 1919 года праздновали на 13 дней позже, чем в Европе. Русская православная церковь не подчинилась декрету и не приняла абсурдные результаты. Кроме того, получилось, что Новый год выпадал на пик рождественского поста. Какой уж тут праздник? С официальным введением нового календаря Рождество, как и прежде отмечаемое 25 декабря по старому календарю, переехало на 7 января. Советская власть, поняв, что бороться с обычаями зимних праздников в народном сознании бессмысленно, сделала все, чтобы перенести атрибуты Рождества на светский праздник встречи Нового года. А православные продолжали праздновать Новый год, как и раньше, через 6 дней после Рождества, то есть в ночь с 13 на 14 января. Несходство между датами юлианского и григорианского календарей увеличивается каждое столетие. В 20-21 веках это различие составляет 13, а с марта 2100 года будет уже 14 дней. Поэтому, если традиции сохранятся, с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут праздновать на день позже. Не знаем, знали ли вы, но на Старый Новый год всегда готовят вареники. И не простые, а с сюрпризами. Ну и, конечно, куда без повторов новогодних передач. Вечер и ночь с 13 на 14 января принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Кстати, вареники часто лепят именно всей семьей. Каждый кладет в пельмень или вареник сюрприз, который должен принести что-то хорошее в наступающем году. Например, пуговица сулит обновку, нитка – дорогу, монетка – деньги, а вот колечко – верную любовь. Для тех, кто только что включил телевизор, вы смотрите программу «Новое утро» на Первом городском. Друзья, сегодня мы поздравляем вас со Старым Новым годом, ведь сегодня 13 января, среда. И, кстати, друзья, к нашим поздравлениям присоединяется и наш генеральный спонсор – компания «Кассин Групп». И не просто присоединяется, а предлагает оставить все прежнее в прошедшем, в прошлом 2020 году. Это и прежнюю малометражку, и прежний автомобиль, чтобы приобрести новую большую квартиру в жилом комплексе.
комплексе «Абырой» или в жилом комплексе «Алия». Да-да, ведь К7 Групп уже объявили о строительстве нового жилого комплекса. «Алия», кстати, будет располагаться в самом начале микрорайона «Батыс-3» возле Кольцевой. А «Батыс-3», как вы знаете, это проект ближайшего десятилетия. Тут будут и жилые дома, и социальные, и коммерческие объекты, и спортивные комплексы, и поликлиники, детские сады, школы, гостиничные комплексы и даже конгресс-холл. На данный момент инфраструктура возле нашего жилого комплекса бурно развивается, и мы уверены, что по окончанию строительства комплекс будет окружен всеми важными социальными, культурными и бытовыми объектами. Так что успейте выгодно вложить недвижимость. А приведете 4 своих друзей, которые тоже озадачены либо расширением жилплощади, либо покупкой нового жилья, и вам выдадут 200 тысяч тенге. Мне кажется, это очень хорошая новогодняя премия. Как ты считаешь, Сергей? Я думаю, что неплохой такой бонус прилетел бы, да? Ну что ж, дорогие телезрители, в принципе, с К7 Групп, с нашим генеральным спонсором, возможно, все. Ну, а я, в свою очередь, напомню, что можно воспользоваться любой программой. Это и трайд-ин, когда любой транспорт, включая даже спецтехнику, можно обменять на жилые квадратные метры. Также есть программы «Шанерак» и «Баспанахит» 7-20-25, 5-10-20. В общем, выбирайте любую, но за любой подробной информацией лучше обратиться же, конечно, в офис компании, который расположен по улице Газизы Жубановой, 13D, офис 14. Ну и, конечно же, все контакты вы сейчас видите на своих экранах. Это и Инстаграм, и официальный сайт, и YouTube-канал. Ну что ж, дорогие телезрители, поздравляем вас со старым Новым годом. Так мало праздников в нашей жизни, что, ты знаешь, хочется продлить хотя бы этот праздник. А ты, пожалуйста, Асиль, только не увлекайся, пожалуйста, как обычно увлекаются люди в канун Нового года. Не нужно закупаться так, как будто бы впереди апокалипсис. Да? Все-таки нужно следить за своим здоровьем и, конечно же, о своей фигуре. И, кстати, мы всегда рекомендуем ходить в магазин, немного перекусив перед этим, потому что человек всегда хочет глаза. И потребляет глазами. Вот возьму еще салатик, возьму еще курочку, возьму еще горошка. А потом в конце праздника остается очень-очень много продуктов, которых просто смотреть без слез нельзя. Абсолютно верно ты говоришь. И вот как раз для таких людей наша следующая подборка. Давайте вновь поговорим о празднике. Пусть это и небольшое торжество, а чисто символическое, но тем не менее. Итак, вот несколько советов, как не съесть лишнего в праздник, не набрать лишних килограммов и не усугубить свое без того подорванное после новогодних каникул здоровье. Застолью не нужно приходить с пустым желудком, потому что голодный человек больше ест. Поэтому перед тем, как пойти в гости, следует немножко перекусить или выпить побольше воды. И тем более нельзя перед праздниками сидеть на жесткой диете. Избегайте большого количества специй, соли, усилителей вкуса. Все они сильно повышают аппетит. Блюдо лучше дополнить овощами с большим содержанием клетчатки и нежирными продуктами. Отдайте предпочтение мясу вместо колбасы и баклажанам с кабачками вместо картошки. Продолжим этот список и остановимся на напитках. Ведь еду нужно запивать, и желательно не алкоголем, а простой водой. Ведь алкоголь очень калорийный. Конечно, понимаем, в праздники без таких напитков никуда. Но тогда постарайтесь на стол поставить лучше шампанское или сухое вино. После застолья ни в коем случае не надо принимать горизонтальное положение. Танцуйте, двигайтесь, играйте, выйдите на улицу и запустите праздничный фейерверк. Но, пожалуй, один из главных секретов стройности – это совет не закупать продукты впрок и не наготавливать на стол, как в последний раз в жизни, чтобы потом не пришлось спешно все съедать. И вообще, старайтесь хранить дома как можно меньше вредностей. Чем меньше соблазнов, тем меньше вариантов им поддаться. Праздники – не повод забыть про режим. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи, например, в ожидании очередного застолья. Так риск переесть будет меньше. Программа у нас сегодня насыщенная. Кстати, друзья, вот вам и напоминание, почему получилась такая интересная игра слов «Старый Новый год», а также советы, как не переесть. И, кстати, друзья, сегодня у нас в гостях будут гости, которые расскажут об обычаях и традициях этого праздника. Кстати, вот гости расскажут о колядках, каким образом можно колядовать. Ну а для тех, кто любит новогодние концерты, можно сегодня посмотреть по телеканалам, будут показывать те самые концерты, которые показывали в новогоднюю ночь. Ну а если
вы хотите послушать живую музыку, живой голос, живое исполнение, то вы можете отправиться прямо сегодня в 19.00 в Унер Орталахы. Но что это будет за концерт, расскажет наш еще один гость. А вот это, я понимаю, праздник, друзья, и культура, и традиции, и песни. Но сегодня отмечают не только Старый Новый год, а еще 13 января выпадает праздник под названием Лори. Именно так называется Старый Новый год в Индии. И, кстати, друзья, хотим поздравить еще наших коллег с Акчебе Радио с Днем общественного радиовещания. И, конечно же, более подробно о празднике вы увидите в следующей подборке. В России сегодня работники периодической печати, средств массовой информации и журналистов отмечают свой профессиональный праздник. Дело в том, что сегодня День российской печати. Он связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты. Именно 13 января в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил достаточно длинное название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Издавалась она и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия. «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости московские». А уже с 1 января 1870 года высочайшим повелением было позволено устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания, как на русские, так и на иностранные. В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше 3000 периодических изданий. После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая, дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», и переименован в День советской печати. Только в 1991 году дата празднования Дня российской печати вновь была возвращена к исторической верной дате – 13 января. А в Швеции сегодня День Святого Кнута. Празднуется он через 20 дней после Рождества Христова у западных христиан. Этот день считается в Швеции и в других скандинавских странах днем окончания Рождества. Но в разных областях Швеции праздник Святого Кнута отмечают по-разному. Самое любопытное действо происходит в областях Южной Швеции. Там сооружают из соломы чучело человека в натуральную величину, одевают на него одежду, незаметно прислоняют к двери соседа и устраивают на улице шум. Когда ничего не подозревающий сосед отворяет дверь, чучело падает в его объятия. К чучелу обычно цепляют записку со словами «Кнут пришел, Рождество прогнал, не дай ему стоять, к соседу подкинь опять». Шутника следует поймать и надавать тумаков или раздеть и нарядить в рванье чучела. Если это удается, то считается, что шутнику весь следующий год будет нелегко. Ни одна девушка не согласится с ним танцевать. Если же поймать шутника не удается, следует подбросить чучело другому соседу. Оставшийся к концу ночи с чучелом остается с носом, и над ним потом смеется вся деревня. Вот такие вот традиции празднования этого дня в Швеции. А теперь отправимся в Индию, где 13 и 14 января отмечают Лори. Во время этого праздника зажигаются костры, как символ окончания суровой зимы. Костер обходят по часовой стрелке и повторяют фразу «Придет благополучие, и нужда будет изгнана». Приход Лори отмечается членами семьи постом и подношением друг другу подарков. Вечером устраивается праздничный пир, как правило, не вегетарианский. Всю ночь вокруг костра продолжаются танцы и песни. В праздничное утро дети ходят от двери к двери и поют песни, требуя выкуп, деньги или сладости, что очень напоминает славянскую традицию колядования. Этот выкуп называется «Дулхабхати», а песня – это плата за него. День следующий за Лори называется «Маги». Он знаменует приход месяца Мага. В этот день считается благоприятным совершить омовение в реке Ганг. В этот день также готовят сладости. Как правило, это сладкий рис. Немного отвлечемся от праздников в разных странах мира, ведь 13 января также празднуют День общественного радиовещания. В этот день в 1910 году вышла в радиоэфир первая публичная радиопередача. В этот день в Метрополитен-опера транслировалась живая опера с участием некоторых из самых известных оперных певцов того времени. Эта первая в истории передача длилась несколько часов. Конечно, немногие люди смогли поймать волну вещания, и передача была слышна только в радиолаборатории «Де Форест», на борту кораблей в Нью-Йоркской гавани и в больших отелях на Таймс-сквер.
Несколько общественных приемников были также установлены в различных местах по всему Нью-Йорку, чтобы публика могла слушать передачу. Самая дальняя непрерывная мелодия, как сообщалось, была слышна на корабле примерно в 20 километрах от города. Несмотря на то, что эксперимент был признан по большей части неудачным из-за низкого качества всех используемых средств и большого количества статических и бездомных волн, как позже выразилась «Нью-Йорк Таймс», но факт остается фактом, что это была самая первая публичная радиопередача в истории человечества и та, которая навсегда изменила индустрию развлечений. Новое утро в эфире Первого городского. Сегодня у нас праздничный эфир. Сегодня всю программу мы говорим о старом новом городе. И, конечно же, не забываем чтить и помнить традиции и различные вещи, которые проводят в этот прекрасный день. И вот как раз сейчас об обычаях этого праздника нам расскажут гости. Итак, встречаем. У нас сегодня в студии Наталья Владимировна Иванченко и Наталья Сергеевна Штемпель. Они являются участницами народного хора Национально-культурного центра «Славяне» и солистки группы «Сударушки». Доброе утро. Доброе утро. Нарядные, красивые. Глаз радуется. Сегодня мы с ними, наверное, пойдем каледовать. Обязательно. Как раз у тебя есть блестящий элемент, а я возьму что-нибудь у Димы красивое и пойду. Мы вас нарядим. Главное знать, как правильно каледовать. Вот как раз об этом мы хотели бы с вами поговорить. Ну, старый Новый год, он продолжает праздники, которые вот прошли недавно. Вот наступает 13 число, вечер. Ну, вот в нашей семье это так проводится. У нас семья большая, многонациональная. У нас семеро внуков, трое взрослых детей, три красавицы-невестки. Мы все наряжаемся. Ну, по старинному обычаю нарядиться надо шубой наоборот, на выворот. А я хотела сказать, вот вы все так выглядите, сами шьете? А костюмы, да, мы шьем сами, украшаем. Это вот все наши наряды. Очень красиво. Так, да. Одеваем шубы на изнанке. Разрисовываем красиво лица. Должен быть волк, медведь, коза обязательно должна быть. Я запишу. В этом нарядном. Дети наряженные обязательно. Как вот в цветных платках, с красивыми щечками. И идем к родственникам. Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю. В дом обязательно первым должен войти мужчина. Да. Это обязательное условие. Потом детки, а потом уже женщины. Чтобы зашел первый мужчина, это означает, ну как, хлебосольство, урожай будущее, ну, мужская сила, вот, соответственно, вот так. Богатство, да. А вот сеем, веем, чем можно раскидывать рис? Любое зерно, что в доме есть. Вот, пожалуйста, зерно, там вот ячмень, пшеница. Ну, сейчас мы, люди современные, берем рис, перловку, вот, конфет туда добавляем уже, казахского обычая добавляем. И делаем своего рода, вот, как шашлык делается. Желаем здоровья всем. Нас приглашают за стол. И, соответственно, мы начинаем играть в игры, загадывать загадки, петь песни новогодние. Ну, у каждой семьи есть свои, конечно, обычаи все свои. Ну, и начинаем. Вот посидели, здесь мы отметили. У нас же еще, у нас много, мы идем в другой дом. Потому что если кому-то не зашли и не посеяли, это обида. В нашей семье даже есть, как сказать, татары. Но татары обижаются, если мы к ним не придем, не посеем. Ну, значит, мы если мы посеяли зерно, мы, значит, желаем здоровья, богатства, достатка. Достатка. Вот люди этому радуются. Вот так проходит почти вся ночь. То есть это праздник многонациональный. В этом празднике теперь участвуют и казахи, и русские, и татары, и башкиры, и все национальности. А национальностей у нас на казахской земле очень много. Больше 100. Вот. Наталья Владимировна, а вы как празднуете Старый Новый год? Так же, как Наталья Сергеевна? Вот, да. Так, мы, в общем-то, собираемся за красиво накрытым столом. Вот обязательно собирается вся семья, тоже нарядно одетые, тоже поем колядки, вот, играем в различные игры. И, в общем-то, праздник всегда проходит очень-очень весело. В этом бывают задействованы и соседи наши, они с нетерпением ждут, когда мы начинаем проводить этот праздник. И, в общем-то, все получают огромное удовольствие. И раз уж вы заговорили о праздничном столе, то я смотрю, сегодня у нас на столе чего только нет. Расскажите, пожалуйста, это кутья, я так понимаю, правильно? Ну, вы знаете, кутья – это, в общем-то, блюдо рождественское. Да, да. Вот. Поэтому мне хочется несколько слов сказать все-таки о Рождестве. Потому что Рождество заканчивается
13 января, как раз на пороге старого Нового года. Вот. А сейчас идет, в общем-то, еще неделя рождественская. Вот. И кутья – это блюдо постное, и оно, в общем-то, кушается 6 января. Вот, то есть накануне Рождества. Вот. Кутья состоит из риса или пшеницы отварной. Добавляются орехи, изюм. Вот. Ну, курага. Могут, курага, да. Ну, могут даже сладости какие-то. Медом заправляется. И запивается она или компотом, или киселем. Вот. Это, в общем-то, постное блюдо. И оно, и кутья вкушается после первой звезды. То есть весь день люди ничего не кушают, а уже вечером, когда зажигается первая звезда, люди вкушают вот кутью. Вот, и славят Господа. И вот. До 13 числа можно... отмечать этот праздник. Праздник. Да, начинаются святочные дни. Гадать то есть можно? Вот можно гадать. Вы знаете, такие интересные есть гадания. Вот я, даже будучи еще не замужем, мы гадали вот таким образом. Мы приходили к своей бабушке, она живет в частном доме, и вот у нее высокие ворота были. Вот за воротами она жила в дому, как все люди. Вот. И мы брали у нее старые валенки и бросали этот валенок через забор. Вот. И куда носок повернет, на той стороне и жених живет. Вот. То есть то, что описано у Жуковского, раз крещенский вечерок, да, девушки гадали. Один в один. Совершенно. Да. За ворота башмачок. А мы гадали еще интереснее. Мы в 12 часов, ну тоже у бабушки мы жили, ходили за молчаливой водой, называется. Так. Идем молча, не разговаривая, ничего. Гадали на женихов, конечно. Молодые же девчонки. Вот набирали в колодце, именно чтобы с колодца вода была, воду. Затем брался яичный белок. И вот так потихоньку горит свеча, темно в доме, льется вот этот белочек, и вот он какими-то пузырьками начинает появляться. У кого-то просто побежал вот по дорожке кругляшки, а у кого-то, вы знаете, вот как церквушка вырисовывается. Ну вот не знаю, верить или нет, вот мы вдвоем гадали, обе вышли замуж в этот же год. Церквушка нам показалась. Вот это да. Это вот гадание для девушек, а для мужчин есть ли? Ну гадают в основном девушки. Парни, они более такие. Есть еще, знаете, отмечают парни. Такое интересное гадание. Если девушка хочет узнать имя будущего своего мужа, суженого, то есть она вот может выйти на улицу и первого встречного мужчины спросить, а как вас зовут? И вот он отвечает, называет свое имя, и у девушки, как правило, такое имя у жениха. Вот. Сбывается. Сбывается все. Тоже сбывается. Гадание же должно сбываться. Вот так вот. Сейчас идут волшебные святочные дни и вечера. Ну, поэтому... сегодня можно еще гадать. Да, 13-го. Да, сегодня да. Последний день, я так понимаю. Ну, да, завтра. Завтра. Да, завтра последний день. Завтра последний день. Рождества Христова. А вот касаемо колядок. Какие же колядки? Что нужно припевать еще? И каким колядки образом? Вот сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю. Тут, видите, у нас Рождество плавно переходит в старый Новый год. Вот, например, чтобы счастье к вам пришло, чтобы вам по всем везло, чтобы Господь здоровье дал, колядуем от печаль. Вот. Чтобы не печались, а веселились. А у меня такая колядка. Поздравляем с Рождеством, мы пришли сюда с добром. Вы подайте нам немножко пирожочка на дорожку. Но мы еще не уходим. Все, так собираем мы пирожки, конфеты, да? То есть детям наверняка составим. Детям денежки. И даже денежку даем мелкую. Детям обязательно денежку. Чтобы водилась всегда денежка и в доме, и чтобы богатство было и у нас, и у деток пусть будет. Сергей, ну мне кажется, это не просто весело и здорово. Поднимает настроение, еще можно подзаработать. Я думаю, что да, как бы все традиции забываются. Да, уже нынешнее поколение. Вы знаете, вот мы сельские люди, да, вот раньше в селе жили. У нас это очень широко отмечалось. И вот эти дети, они все время ходили, колядовали. Они домой приходили вот с такими сумками всего. Потому что взрослые идут после, а идут сначала детки. Ну, как бы ангелы наши, да. И вот мы потом еще вместе с детьми ходили, катались на горках. Вот ночью даже, обычно луна, вот как вот у Гоголя, да, вот это вот. Луну никто не спрятал, если, то очень красиво получалось. Мы до того всегда отдыхали. Вот очень жалко городских людей. Вот эти традиции теряются.
Вот мы хотим, чтобы вот поддерживалось это все, не забывалось. Это очень весело. И как, ну, как, это жизнь же такая вот интересная, чем сидеть тупо в интернете, да, допустим. Ну, вот мы не сидим в интернете. Именно, наверное, поэтому вы вступили в народный хор. Расскажите теперь, пожалуйста, свою историю. Как давно вы в хоре и какой репертуар у вас? Так, хору в этом году, нашему народному хору, будет 10 лет, как мы защитили звание народного. Так. Это очень большое было событие. В этом году у нас готовится большой праздничный концерт, отчетный концерт, что вот десятилетие именно хора. Хор очень активный, очень хорошие люди у нас. И у нас не только вот он русская песня. К нам приходят и казахи, есть вернее, и казахи, и немцы, и татары, и украинцы. Мы поем песни всех народов. Людей много сейчас в хоре. В этом году очень много новых людей пришло. Мы каждому члену рады. Мы приглашаем их в нашу семью. Коллектив очень дружный. А руководит нашим хором человек позитивный, талантливый, безограниченный. У нее нету, по-моему, никаких... Неиссякаемой энергии. Она нас вот все время толкает. Сурай Виктория Васильевна. Да. Человек очень такой вот о хоре болеет, переживает, всем позвонит, у всех спросит. Вот под ее руководством мы приняли очень много. Вот в этом году пандемия, все нас сбила, да. Но мы так много участвовали везде, мы как бы не ощутили на себе даже. Вот, в частности, мы в этом году приняли участие в первом международном конкурсе «Белые росы». Mm-hmm. Проводился он в Кустанае. Посвящен был 75-летию Победы. У нас есть, кстати, дипломы, мы обязательно покажем. Да. Потом в Оренбург нас пригласили участвовать в международной... Казачьи. Это посвященный тоже Победе. Здесь было 25-летию, извиняюсь, ассамблеи, а там вот... этому победе. Получается, несмотря на пандемию, работаем, вы очень активно. Мы в онлайн-режиме, в общем-то, работаем, принимаем активное участие. Наш хор не дремает, вот. Мы все равно ходим. Получаем дипломы, отмечают нас везде всегда и приглашают везде нас. А вот у нас есть фотографии, где вы поздравляете с Новым годом. То есть вы не только на Старый Новый год ходите коледовать, но и на Новый год вы ходите и поздравляете всех. Да. У нас, как сказать, шефство мы взяли, у нас есть блокадница Белова Валерия Николаевна. Мы ее каждый год обязательно приглашаем и на концерты, мы ее поздравляем. Вот в этом году тоже выехали Снегурочка, Дед Мороз. Обязательно с подарком. Все очень счастливы. Потом ветераны Великой Отечественной войны у нас под патронажем есть. Конюшенко Борис Иванович. Потом есть ветераны тыла у нас, Саморуковы. Потом у нас еще есть люди с ограниченными возможностями. Мы их тоже поздравляем. Они ждут нас как дети. Потому что, вы понимаете, выйти они никуда уже как особо, но ждут. Мы с ними поем песни, они, соответственно, вот счастье выше крыши. Водим хороводы. Да. Вот такой у нас. Дед Мороз и Снегурочка вручают подарки. Обязательно. И все счастливы и рады. Мы не меньше счастливы, чем они. Да. Вы знаете, наверное, даже больше. Да. Вы две, Наталья, но у вас есть третья, и вы в таком составе входите в состав группы «Сударушка», если я правильно поняла. Да. Нам тесно еще в хоре, нам мало в хоре. Мы еще отделились, уже 2,5 года существует группа «Сударушки». Мы тоже активные участницы во всех мероприятиях. Когда вы все успеваете? Домашние дела, внуки, дети, и плюс еще вот такая вот гражданская позиция. Пример, понимаешь, Асель, все было бы желание, возможность найдется. Да. Да. Дети поддерживают, муж разрешает, желания много. Вы знаете, это приносит огромное удовольствие. Да. Вот. И реализуешь свой какой-то потенциал, который не растрачен. Вот. А сейчас такое время, что у нас все-таки больше свободного времени, чем когда мы работали. Вот. И сейчас мы просто счастливы, что у нас так проходит это вот время. Мы в неделю собираемся, ну вот иногда и 2, 3, 4 раза в неделю собираемся. И все успеваем. А накануне мероприятия наверняка каждый день собираетесь, потому что репетируем. Репетиция обязательно, это ответственно, на сцене должно все быть идеально, конечно. Хор – это наша отдушина, мы туда идем, отдыхаем душой. Потому что туда ходят люди, вот творческие, такие вот они как позитивные, все очень культурно, все, ну, в общем, у нас хор замечательный. Сколько, какой состав у вас хора? Так, хор у нас... Мужчины сейчас, есть, девушки есть, молодые, мужчины, возраст есть, тоже возраст не ограничен. Да. От 30 до бесконечности. Мужчины у нас есть, кстати, вот с мужчинами у нас, как и везде, всегда немножко проблема. У нас два замечательных мужчины, Михеев Юрий Васильевич и Есентюк Василий. Супер ребята они у нас, ну, всегда они нас поддержат, помогут. Все у нас
На музыкальных инструментах тоже играют? Ну, они играют. Или больше все-таки поют? Больше поют, да, больше. У нас Василий на бубне, а Юрий Васильевич у нас очень классный свистун. Он какой у него художественный свист, это вообще суперский, да. Это тоже редкость в наше время. Вообще хор молодцы. Мы вот, знаете, мы не сидим дома. Мы в прошлом году даже участвовали в передаче «Играй гармонь» на центральном телевидении. У Заволокиных мы были. Да, и нас отметили, нас пригласили на съемку передачи. В городе Кумертау, Башкирия это была. Очень запоминающееся было событие. Прямо мы вот там на первом плане. И все, знаете, Казахстан, Актюбе, вы что, откуда, как? Единственные. Вот это было... Вы знаете, нас приглашали даже в Оренбург на первый конкурс «Русская песня». Вот они проводили такой вот впервые у себя такой конкурс. И не забыли нас пригласить. Мы были очень рады. И, в общем-то, тоже нас наградили и дипломами, и благодарственными письмами. В общем, никогда мы без внимания не остаемся. Среди дипломов мы видели и к 9 мая вы также активно участвовали. Да, даже благодарственные письма. Группа «Сударушки», мы онлайн делали концерт. Мы пели песню о вдовах. На сцене нельзя было, но мы записывались. Каждая дома. Мы даже вместе не могли собраться. Мы даже тогда вместе нельзя было. Из-за пандемии. Ну, вы знаете, что весной было очень строго с общением, поэтому мы все это... В общем-то, исполняли. Ну и напоследок, мы не можем вас просто так отпустить. Мы можем только попросить у вас композицию, что-нибудь спеть нам, исполнить, поднять настроение. Я праздник еще, же сегодня. Еще хотела бы сказать, знаете, у нас еще есть этот образцовый детский «Ладушки» коллектив. У нас очень много деток. Там человек 30, наверное, сейчас уже ходит. От 3 лет и до 14, по-моему, они там. Такие умнички. Они в прошлом году тоже защитили звание образцового. Очень талантливые педагоги у нас сейчас. И с хором работают девочки с филармонии, и с ладушками. И у нас замечательная группа «Фольмгадар Купава». Они вообще у нас умницы. Они поют на всех языках. И на английском, и на иврите, и на казахском. Ну, в общем, на всех. Профессионалы высочайшего класса. Да, девчонки вообще умницы. Виктория Васильевна. Виктория Васильевна, руководитель. Да. Потом хочется, знаете, отдельное спасибо сказать, огромное спасибо руководству нашего дома, Дома дружбы, как раньше назывался. Сейчас он называется Коганды Келесим. Хотим выразить отдельную благодарность нашему Дому дружбы, Коганды Келесим, в лице директора этого дома, Агниязова Нурхана Сабржановича, методистам, девочкам. Спасибо огромное за поддержку нашей работы, за то, что всегда интересуются, чем можем помочь, чем мы можем уделить внимание, кому придет всегда проверить, всегда уделить внимание. Ну, в общем, человек на своем месте. Спасибо ему огромное. Неравнодушный, да. Нашему творчеству прям вот молодец. Спасибо большое. Вообще спасибо государству, что когда сказать. Поддерживают, конечно же, есть стимул. Да. И заниматься, и приходить с хорошим настроением всегда. Да, всегда с хорошим. Да. Мы только позитивные. Приходите на наши концерты. Вас приглашаем. Вот в феврале будет отчетный. В феврале десятилетие. В феврале, да, десятилетие звания народного будет, поэтому... Где планируете концерт? Там, в доме дружбы. Да. Мы рассчитываем на то, что накануне вашего концерта вы в нашей студии появитесь для того, чтобы не просто проанонсировать, но и опять же исполнить что-то. Если пригласите, конечно, с удовольствием. С удовольствием. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Без.
продолжаем поздравлять вас со Старым Новым Годом. Друзья, кстати, сегодняшний день не только богат на традиции, на колядки и так далее. Сегодня день ознаменован тем, что сегодня начало интересного мероприятия, которое готовит филармония. Абсолютно верно. Сегодня состоится концерт. А вот во сколько, где, когда, расскажет наш сегодняшний гость. Итак, у нас сейчас в студии Айбек Кемал, художественный руководитель областной филармонии имени Газизы Жубановой. Айбек, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Вас также. К Старому Новому Году все-таки приурочен концерт, да? Да. Расскажите, пожалуйста, где, во сколько и когда? Сегодня в 19:00 так. В Тюменской областной филармонии концертный зал «Гунир Талга» приглашает всех активников на концерт «Позови меня с собой» с новой программой, в которой будет принимать участие казахский оркестр имени Ахмета Жубанова и солисты филармонии. Какие произведения услышим? Множество романсов русских, казахских, исполнили когда-то Алла Пугачева, uh-huh. Анна Герман, многие композиторы их произведения. Айбек, ну накануне этого дня, конечно же, шла репетиция. Вы принимали участие, слушали. Я к тому, что какое ваше любимое произведение? Вот «Позови меня с собой» будет произведение именно Шамши Халдаяковой. Uh-huh. Казахские. Вот оркестр будет играть, аккомпанировать, а солисты наши будут петь. На какое время примерно рассчитано? То есть в 19:00 сегодня начнется, час-полтора, сколько пройдет? Полтора часа. Полтора часа. Да, продолжительность концерта. Всех наших гостей, всех зрителей просим соблюдать санитарные нормы. Что нужно, да, с собой? Да, вот именно в масках нужно приходить. Uh-huh. У входа будет измерять температуру. Mm-hmm. Дальше заходите в концертный зал ровно в 19:00 начало. Антракта не будет? Антракта не будет. Не будет. То есть полтора часа прошел концерт, и yeah. зрители должны будут выйти. Зал рассчитан на 1200 человек. Сейчас сколько собираете? Какой зал? В данный момент нам областной Санврач разрешил до 100 человек. До 100 человек. До 100 человек. В связи с этим вы этот концерт, который сегодня состоится в 19:00, на 15 и на 16 продлили? Или почему? Да. Да? Вот продлили, потому uh-huh. что мы полный зал не можем собрать вот с этого. Айбек, еще один такой вопрос. Вот все-таки сегодня на 100 человек, это очень мало. Во-первых, для филармонии мало, во-вторых, для такого концерта. Люди хотят услышать живые голоса. Каким образом билеты можно приобрести и как быстро они раскупаются? Билеты уже почти что все распроданы. Вот буквально сегодня уже открыли дополнительные места. Угу. Можете забронировать, позвонив на кассу. У нее Талга 90-64-58. Там же забронировать билеты. Можете купить через сайт Тикетон. Угу. То есть распространяете всеми возможными да. способами? В социальных сетях полностью вся информация там. О предстоящих концертах, о дате, о билетах, все такое. Вот теперь о предстоящих концертах. Все-таки интересно, да, какие планы у вас? На ближайший месяц? Да. В этом месяце планируется концерт, ретро-концерт с участием камерного оркестра, угу. с солистами. Будет звучать произведение великих казахских композиторов, современников Шамши Халдаякова, Рузат Лендиев, Асет Бисю и так далее. Угу. 23-го в 16:00. Января. 23-го января в 16:00. 16 будет там же в Нюру Талвы, в концертном зале. Дальше 24-го у нас классический концерт, академический. Вечер арии. Угу. Там будет исполняться из оперы, оперетты, мюзиклы, все такое. Будет выступать заслуженный деятель Республики Казахстан Марат Айтимов, а также лауреаты международных конкурсов Манзура Сафарова, Айбек Карагулов, Ардақ Төлепберген, Гүлдана Алтыбасова. Угу. Дальше у нас 30-го будет проходить концерт именно традиционной музыки казахской. Но это уже жер, терме, дастер. Всех любителей жер, терме приглашаем. Так, это вот планы на январь. Планы на январь. На январь. До конца февраля все расписано. Все расписано по датам. Определено. Да, определено. Угу.
Спасибо вам большое, Айбек. Ну что ж, сегодня для тех, кто не хочет новогодний огонек смотреть, а это будет повтором, кто хочет услышать живые голоса в 19.00, я напомню нашим телезрителям, сегодня, 13 января в 19.00, концерт в областной филармонии «Онер Орталыга», который расположен по проспекту Абылхаирхана напротив парка Первого президента, я думаю, все знают. Ну и такой же концерт пройдет 15 января в 19.00 и 16 января в 16.00. Да, все верно? И для вашего удобства приобрести билет вы можете через сайт «Тикету», она точно удобна и не нужно никуда ходить. Ну и на страничке в Инстаграм «Онер Орталыга», в социальных сетях, весь анонс до конца января я уже заглянула, посмотрела и сделала пометки для себя, что бы я хотела послушать и посмотреть. Спасибо вам большое, Айбек. Я напомню, что у нас сегодня в студии был Айбек Кемал, художественный руководитель областной филармонии имени Газизы Жубановой. Дорогие телезрители, осталось совсем немного времени, но мы с вами пока не прощаемся. Сейчас только небольшой блок рекламы. На этом наш эфир подошел к концу. И еще раз мы бы хотели с Сергеем Гутеровым, конечно же, с нашим генеральным спонсором, строительным холдингом К7 Групп и с нашими партнерами Профсервис и салоном Люстр Абажур поздравить вас со Старым Новым Годом. Ну что ж, Старый Новый Год завершает череду праздничных дней. Так отметьте его со всем размахом. И еще два полезных совета. Если вы озадачились ремонтом и обстановкой своей квартиры в ближайшем году, то мы рекомендуем обратиться в салон Люстр Абажур. Здесь и камины, и обои, и люстры, и светильники, торшеры, бра, и даже мягкая мебель, друзья. А обращайтесь по адресу Батыс 2, Молдогулова 57Г. Их инстаграм абажур, нижнее подчеркивание, Актюбей, и телефон безизменно известнейший 8707-540-55-65. А также наслаждайтесь красотой и эстетикой и порадуйте себя красивыми и необычными вещами от салона Люстр Абажур. А рядом с ними находится другой наш партнер. Это Профсервис. Также микрорайон Батыс 2, но уже другой адрес. Дом номер 19, офис 86. Вот адрес прежний, а, кстати, аккаунт в Инстаграм уже звучит по-другому. profser.kz. Но наши партнеры уже отвечают за бухгалтерию, аудит и полностью готовы отвечать за упаковку бизнеса. Вот такие вот вопросы с ними можно решить. Ну что ж, дорогие телезрители, прощаемся с вами, но совсем ненадолго. До пятницы? До пятницы. Спасибо, что это утро провели в нашей компании. И с праздником вас! Пусть все плохое останется в прошлом году, а этот год принесет только позитив, хорошее настроение и удачу во всем. Всего доброго и до скорых встреч!